Успей подписаться на канал и поставить лайк за 5 секунд, а иначе сам Джейсон придет к тебе на твою тусовку. Время пошло. Друзья, всем здорово, с вами Кузака, и сегодня мы с вами продолжаем играть в пятницу 13. Сегодня я набрал целое лобби подписчиков, и мы устроили месилово просто. Если вы хотите тоже со мной играть, то заходите в мой Steam по ссылке в описании, добавляйте, друзья, меня. Но добавлять только те, у кого есть пятница 13. Вот. Будет сумасшедшая каточка за Джейсона. Это реально что-то дикое. У меня подписчики какие-то просто имба. Вот такого вы точно еще не видели. Это очень было потно. Ну и, кстати, кто хочет себе такой же 150 левел? Либо вот такого замечательного просто товарища Савини Огненного Джейсона и 200 миллионов очков прокачки, то переходите в мою группу по прокачке пятницы 13 ВКонтакте. Уже многие купили прокачку, остались довольными, вот даже здесь отзывы есть. Так что давайте, ребят, не отставайте, ссылочка есть в описании, и будьте такими же крутыми пацанами. Йоу. Ну а теперь не смею вас задерживать, всем приятного просмотра, друзья, только пятница, во, лагает. Ну что, всем удачи. Да-да, удачи, удачи. Там наша тачка. Ну, всем пизда. Это моя точка. Ох, друзья. Запустил я лобби, полное лобби с подписчиками, и сейчас мы будем их разваливать. Надеюсь, что вы успели прожать лайк за 5 секунд, иначе это Джейсон с киркой вам откопает... Не откопает как раз таки алмазы, блин, никакие. Хотя это к другой серии должно было относиться, с киркой эта тема. Но да ладно. А решил я взять ему кирку, знаете почему? Потому что... Я открыл киллы. Я открыл новые киллы на эту кирку. И хочу вам их продемонстрировать, потому что мне вот Джейсон из второй части не особо как-то нравится. И... А вот кирка нормальная тема. Здорово, здорово. Да, господи, нет, не надо, Джейсон. А где телефон? А, вот телефон. Вы-то мне пока что не нужны, так что живите, пупсики. Вот так-то, а у них еще лодка. Здорово, братишка. У них там что-то вообще тусовка какая-то лютая. Подписчики просто развлекаются. Но это... Чё прикол, что они делают? Ну это до поры до времени. Так, на лодку в принципе нечего ставить, так что можно в принципе замочить вот этого челика, который там фанится. Блядь, дайте мне что-нибудь половник хотя бы. Ай, больно в голове. Выломаем дверки сразу. Посмеетесь, пупсята. Так, где они там? А, вижу, тащи его туда. Джейсон. А? Поросят не убивать. Ну, деревянный домик, ты знаешь, что с ним было? Надо было перебираться в каменный. Пока ты думал, я дунул. Чё, будешь долго так бегать, а? Молодец, молодец. Так, а кумчик они почему-то не взяли. Ну и ладно. А я тебе сделаю стресс-ситуацию, за которую ты сам похудеешь, а когда похудеешь, я тебя убью. Вот так-то. Что происходит? Что происходит? К вам стучаться. Delivery Club, я мой, доставочка. Ой, как хорошо. А чё вы голышом-то бегаете вдвоём? Нифига ты телепортируешься. Я не железка, короче, папа. Блин, да-да, блин, я говорю, лагает. Я уже заколебался, сейчас Джейсон мучается. А почему я? А потому что ты был ближе. А потому что хорошо. А если я буду дальше?
Вот и все. Так, это где? Это вот здесь, я понял. Ой, у меня перст вообще будет долго. Ну, я думаю, что он вообще не починит. Не надо, не надо. Хорошо, рейдж актив, покопите мне, пупсетки. Нет, нет, нет. Надо дверку здесь выломать для полноты эффекта, чтобы хорошо все было. И будет вообще камильфо. Пока что еще никого не убил. Вроде бы, да? Где ты? Я бегу за тобой. Не-не-не-не-не-не-не, все не надо, не надо. Надо, надо. Нет, отвали, не надо. Побрызгало еще. Бля. Ха-ха-ха-ха-ха. Бля. Да вы живете нормально так. Нифига ты боксерка. Доиграешься сейчас. Нет, нет, не трогай, тихо, нет. Вот так вот. Хорошим приемчиком по голове тебе, на. Да, это новое убийство, которого вы еще не видели на моем канале. Вот оно. Замечательное. Вот так-то. Хорошо. Просто замечательно. Меня все устраивает. Есть одна жертва. Конечно, это было долго. Но подписчики у меня скиллованы. Ничего не могу против этого сказать. На. Бля, вот тварь. Смотрите на нее. А там они снова что-то делают. Что-то мне совсем это не нравится. Они очень как-то долго еще выживают у меня. Это вообще хорошо. Но у меня рейдж актив накоплен, и нет, сейчас буду раздавать. Я уже аниму перс. Дайте мне это. Что-нибудь, короче. Чего столько много-то, а? Вот так вот. Минус два. Сейчас еще минус нет, один будет. Нет. Замечательно, мне это нравится. Правда, уже два раза показываем это убийство, но там была экстренная ситуация. Но сейчас потихонечку все будет. Уже вот рейдж актив. Уже минус три. Так, она отдельно побежала. И сделала глупость, как по мне, потому что ей придет сейчас конец. Так. Да все замечательно, полежи, поспи, пупсик. Да, только вся красота у нас здесь пропала. Кстати, хорошо здесь подобрать ножичков, а потом идти их убивать. Надо... Так, у них одна барышня как раз-таки осталась, и это плохо, надо ее завалить. Надо ее завалить как можно быстрее. Потому что ведь именно она побежит за свитером. А Томми уже на подходе. Но маска еще не снята. Да-да, я попадаюсь. Ван Випа, чувака. Ну ой, ножики, ножики. Отвали, Джейсон. Джейсон, давай обсудим. Я тебе 100 баксов, мы просто забудем обо всем. Ну давай, клади на лапу. Либо в киви переводи давай. Да чё ты пытаешься? Откуда столько ножей? Да фиг за... Один я нашел. Ну молодец, молодец. Где Томми Джервис?
его знать, где он тебя убьет. Вот он, пупсик ходит. Здорово. Как дела твои? Бля. Ее надо убить. Ёбене! 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 Блин, она слишком быстро бегает, я слишком зря израсходовал это все. Бля, нормально. Да я что-то вообще промахиваюсь. Но свитер она еще не взяла. Но она моя цель номер один сейчас. Даже Томми так не важно, как она. Так, смазка не снята. А значит то, что все хорошо. Бля, вы смотрите на нее. Вы смотрите на нее. Как у нее так не ломается-то эта хрень? Я вообще ничего не вижу. Мужиками убивать собрались. Ну вообще не убьем, а он нас порешит сейчас. Че я пузатый убью? Где толстая? Ой, где эта баба? Чё-то вообще жесть какая-то. Бля, сломалась у неё тварь эта. И лагает всё как-то вообще ужас. У меня прям потные ладошки. Ну, блядь, просто лажа ебучая. Вот все вот эти вот машинки, вот с этими крутилками, вот с этими перделками, это все ебучий детский уровень. Ребят, бежим от этого Джейсона. Так вот, все, берем. Надо убить женщину. Кто им за свитером сходить? Бля, она какая-то слишком увертливая, я ее ни разу не могу поймать, она. Она вообще какая-то читерная баба эта. Бля, еще застрял. Вот надо было тебе застрять в этот момент, когда она перелезала. Надо ее как-то убить. Я не знаю, как ее убить. Мне еще спрей дофига. Бля. Либо его убить, и все будет хорошо. Томика еще можно убить. Не-не-не-не-не, не надо, не надо, не надо меня. Как убить их? Как убить их, скажите мне. Бля, я почему-то пролетаю вечно. Это вообще что такое? Так, вот так вот. Хорошо. Бля, я сквозь него... Я сквозь тебя телепортирую, что за херь? Охереть. А вот это все, это проигрыш. Это все, это проигрыш. Это проигрыш. Это просто проигрыш. Слетела маска в самый неподходящий момент. Да, давай. Меня скоро убьют, как и тебя сейчас я, так что встретимся в аду. Да.
Это прям вообще какой-то лютый трындец. Но мне нельзя умереть. Надо что-то придумать. Они там втроем тусуются, и это, в принципе, бессмысленно мне туда идти. У них все есть для того, чтобы меня убить. Смотрите, у них там все есть. Абсолютно все. Ха. Узака, давай, иди сюда к нам, давай. Да иди нахуй. Нормально так на ютубера нападать? Догонялочки поиграем с ними. Я вообще не знаю, что делать в этой ситуации, потому что как бы у них все есть. Они мансовали, и все хорошо у них получалось. Я просто улечу куда-нибудь. Я не знаю, как их убивать. Я просто беспомощен в этой ситуации. Абсолютно беспомощен. Типа, вот эти двое, они всегда вместе тусуются. И мне ничего невозможно будет сделать. Осталось 2 минуты. Да, вот они тупо втроем стоят. То есть здесь как бы бессмысленно. Интересно, в доме они... Ну, они, по сути, могут и в доме меня убить. О, Джейсон. Паблер из Паблер. Оба. Хотели убить уже меня. А сейчас бы еще чуть-чуть и все. Потому что они подбежали ко мне. Но здесь как бы лучше пусть... Пусть будет такой вариант, то, что они просто выживут. Потому что это нереально. Знаете что? Просто вот сюда телепортируйся и все, подальше от них. Ха. Мне как бы проблемы не нужны. И пусть будет оно так. Смотрите, Томми прямо на подходе. Что, даже никто нырять не будет? Вот так вот. На нахуй. Сказал Кузак. Вот так вот. Когда не позвоню и дышим им унисон и набираем, я люблю, ты далеко, далеко смеется, даже небеса, но мне легко, так легко, и верю я в чудеса.